Белочка, привет. Стрика, здоровая. На Форде фары прикольно сделали, светится. Вот это полицейская машина, сделанная по такси, я вам говорил. Видите, бронированная дверь, мигалки сзади, антенны. Сейчас поближе подъедем. Там как раз шел этот полицейский. Все, елочки везем на Мерседесе, нормально. Так, переходим на зимний режим, опускаем шторку. Все, машина переведена в зимний режим, чтобы грелся. Да, я масло так и не поменял, сейчас поменяю. Вот настоящий Ford Bronco. Все те предыдущие, это были Bronco Sport, а вот это настоящий, то, что был тот двухдверный. Как помните, фильм был «Одинокий волк». Он там вроде ездил на таком старом Чак Норрис. Все, масло поменял. О, пристегнуться надо. Все сделал. Техосмотр. Поменял предохранители там пару. Но выявилась другая проблема с рычагами. Ну, вот эти рычаги. Да. Вот этот. Да. И какой? Эти. И вот этот. Да. Вот здесь оторвана резина, прямо вырвана. Видишь, кусок? А, кучи? Да, вот теперь я вижу, да. Это я вам потом расскажу. Я тут на почту приехал. Чуть-чуть на бордюре так, но я по-быстрому. В Америке дают штрафы, но в Нью-Йорке за то, что больше одного шага от бордюра. Вот как ему, то есть... То есть, в смысле ступни, вот это один фит больше от бордюра, имеешь штраф, чтобы не кидали машины, кто как попало. Вот этому, наверное, тоже дали. Сейчас посмотрим. Да, тоже штраф, он оранжевый. Вот так вот. Надо машины парковать, чтобы ступня не влазила. Всем привет, мы на Луне. Я приехал камушки собирать на пляж для аквариума. Ух, тема. Может, продавать даже камни скоро буду. Здесь была лодка. Грязно здесь, но это здесь купаться нельзя, здесь и ходить, наверное, сильно нельзя. Это как бы закрытое все. А я камушки собираю. Приветики. Помните, в детстве, да, роботов делали? Ну и там еще рука, но, короче, делаю холостяцкий суп. Там вот это камень, такой большой камень. Это кактусы. Это просто деревяшка. Я думаю, будет вкусно. Такая китайская кастрюля большая. Купил в китайском магазине. Все. Кайф. Чуть не закрывается. О, все. Вот добавил камней. Все рожают. Вот охотники за привидениями. Так вот, прикольно. Прикольно. Это к морозу.
Ну, что и требовалось доказать. 32 это 0. Быстрее. Prius 19 года. Смотрите, как там прикольно машинка едет сейчас. Прикольно. А сегодня у нас тут Сиены. Toyota Sienna. Очень красивый цвет вот эта Toyota Sienna, такая интересная. Такого цвета никогда не видел. Кстати, да, и где-то... А, и вот еще одна Toyota Sienna. Капец, сколько на районе Сиен. Дают, наоборот, это регулировщики прямо стоят. Да, что мне... Тесла. Смотри, как красиво Тесла смотрится. Посмотри, какое дерево, гриль. Да, зеленое дерево. Нью-Йорк в огне. Все, переходите, идите. Вот это движняк. Такой Samsung магазин, короче, не могут они мне телефон сделать. Купил новый телефон, называется. Он не скидывает у меня ничего на это. На как его? На PC. О, такие прикольные компы, а? Смотри, такие вообще улетные. Такие вот для блогера такого, или нет, для геймера, ничего себе. Бешеная тема какая. Вот это я понимаю. Только не знаю, когда вы это увидите все, так как я ничего скачать не могу. Короче, долго рассказывать.